Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в шпионажечку на сервере Душевный Ролиплей. Итак, произошло переоткрытие, сервер буквально только что включили. Немного задержали открытие, и онлайн уже почти 100 человек, пацаны. Вот что просто происходит на открытии. Я думаю, это было всем интересно, я специально ждал, чтобы зайти сразу же и показать, что происходит, пацаны, на открытии. А происходит полный просто пиздец, реально. Кто не знает, это сервер ютуберов, а именно Hell Jan и Отец Sky. Им принадлежит этот сервер, и они его делают. Сервер был закрыт на пару дней для того, чтобы профиксить все баги там и так далее. И вот сегодня, получается, в субботу его снова открыли. И онлайн уже почти 100 человек. Мой ник здесь Кирилл Путбуль, пацаны, запоминайте. Вводите мой ник при регистрации, если что. Обнулили всем аккаунты, но будут промокоды, говорили, будут всем донатерам все возвращено, поэтому не переживайте, все будет, короче, нормально. Ну а я сейчас, не знаю, может на право пойти сдать, либо попросить, чтобы мне выдали права, потому что я думаю, сейчас ехать на права сдавать самый лучший вариант, потому что там будет очень много людей, и это все будет очень долго происходить, поэтому, скорее всего, я сейчас просто попрошу, чтобы мне все выдали. Так, пацаны, мне выдали деньги, и я думаю, пацаны, купить себе СТО. Почему бы и нет? Вот попробовать себе купить СТО. Так, бизнес, попробуем прописать. Вы не можете купить бизнес, пока не установите графический пароль. Ну, такое. Так, я купил бизнес, короче, и установил графический ключ, но вам палить его не буду, на всякий случай. Все, пацаны, я купил себе СТО. Вот это я красавчик. Не знаю, будет он прибыльный или нет, но, пацаны, я словил СТО. Ну, да, может быть, это нечестно, пацаны, но... Не знаю, если хотите, чтобы я в дальнейшем здесь снимал, то ставьте лайки. На предыдущей серии набралось очень много, так сказать, лайков, кстати, и просмотров нормально набралось. И поэтому я решил еще поснимать здесь, как бы... Поэтому погнали, не знаю, дом, может, какой-то купим... Потому что мне нужен дом. Скорее всего. Так, давайте посмотрим Б-панели, как здесь все происходит. Так, информация о бизнесе. Крыша отсутствует. Так, за... Угу. Так, ага, оплачено 30 дней. Лицензия на бизнес. Так, давайте напишем настройки. Так, жалобы, вопросы. Выдайте, пожалуйста, лицензию на бизнес. Все, блин. Это круто, блин. Я рад, что я словил СТО, потому что, блин, ну, хотелось какой-то хороший бизнес словить. И я это все-таки сделал, как бы. Хотя не знаю, можно ли. Не выдаем. В смысле не выдаем? А где ее взять? А где взять тогда лицензию? Так, а где взять что когда лицензию на бизнес? Где взять, ёпта, эту лицензию на бизнес? Я просто не знаю. Так, кстати, светофоры добавили все-таки, потому что в предыдущий раз, когда я смотрел, то светофоров не было. Так, сейчас будет лицензию возле автошколы выдавать. А где здесь автошкола? Блин, я понятия не имею. GPS. Основные места. Автошкола. Блин, она в другой стороне. Блин, как мне туда добежать теперь? У меня остался лям, пацаны, всего лишь. Давайте добежим до бизнеса сейчас. Точнее, до автошколы. Где она находится? Что-то я не видел. Так, берем скутер, наверное, и все. Вы уже арендовали. А как там? Unrent? Unrent. Как закончить аренду на скутере? Давайте спросим, блин. Как закончить... аренду скутера. Давайте спросим, потому что мне нужен скутер, блин. Как закончить аренду скутера? Кто-то мне ответит или нет? Ай, ладно, ждем. Так, дружище, может, я тоже сяду как-нибудь.
Во, все, поехали, скутер есть. Так, нужна машина, блин. Может, сейчас сразу давайте машину купим, потом поедем в автошколу. Ну, блин, я хотел себе дом купить какой-то. Короче, я хз, я запутался. Так, не будем нарушать ПДД. Автошкола находится аж вон там вот. Поэтому сейчас поедем и получим лицензию на бизнес. Онлайн тем временем, пацаны, уже 130. Я думаю, это нормально для открытия. В принципе, переоткрытие, повторюсь. Это переоткрытие. Открытие уже было. А это уже переоткрытие. Ебать, там особняки охуенные, блин. Но у меня на них денег по-любому нету, поэтому... Можно даже туда не ехать, не смотреть, потому что у нас нету денег. Да, мне выдали 5 миллионов, я, пацаны, этого не отрицаю, как бы... Поэтому... Не надо там бомбить, если что. Да ёб твой налево. Я хоть успел доехать, блин. Так, давайте добежим. Я хочу получить лицензию на бизнес. Так. Он в АФК стоит. Том Островский стоит в АФК. Выдайте лицензию на бизнес. Так, давайте напишем, выдайте лицензию на бизнес. Не знаю, выдадут мне или нет. Так, лицензию, так. Давайте будем писать в РП чат, я думаю. Так, блядь, пиздец. Просто пиздец. Ну это читак просто, блин. Вот это я понимаю. Пизда. Я хоть успел выжить. Давайте, может, напишем так. Выдайте, пожалуйста, лицензию на бизнес. А то там читер всех убивает. Так, давайте попросим, чтобы нам выдали. Не знаю, выдадут или нет. Запрещенное ПО. Что такое ПО? Так. Я вот... А где Том Островский? У нас тут находится. Я его просто не вижу. Ой, пиздец, конечно. Ну, я так понял, мне лицензию никто не выдаст, да? Б-панель. Блядь, ёбаный читер, ну пиздец. Ферма, блядь. А тут не до фермы, блядь. Сука, все горят. Ну, блин, читеры ебучие. Ненавижу этих читаков, блядь. Это пиздец просто. Короче, в пизду эту лицензию. Короче, я беру скутер и уезжаю. Я просто беру скутер и уезжаю, потому что ну его нахер, блин. Потом как-то лицензию получу и все. Так, онлайн уже почти 150. Ну нормально, чё. Ладно, давайте заедем сюда. Я вообще хотел сначала купить заправку, потом подумал, блин, наверное, 100 будет больше денег нести. Тут особняки, смотри, какие классные. Давайте цены хотя бы глянем. Может, когда-то его и купим. Я тут вот этот бы купил на углу. Мне он больше всего нравится. Так, особнячок такой, блин, как на Мозинке прям. Круто, блин, круто. Реально, как на Мозинке. Ну, грубо говоря, так. Так, можно цену узнать. Стоит он 3 миллиона все? 3 миллиона всего лишь он стоит. Блин, ну, мне на него не, все не хватает. Ну, ладно. Давайте поедем сейчас купим какую-то машину, любую просто. Какую-то дешевую. В этот раз мы не купим все Майбах там и так далее. Что-то купим такое простенькое. И купим какой-то бюджетный домик, чтобы было где жить. Ну и потом, может быть... А, и скин надо еще купить. Нужно еще купить скин. Не, ну круто, когда открытие. Мне реально интересно посмотреть, как, что происходит и как на сервере в это время. Поэтому это круто. СТО теперь мое. Блин, надо продукты на завести как-то. Лицензии на бизнес у меня нету. Все же, да. Запчасти на складе. А как их загрузить, запчасти? Да, вот это, конечно, сложно. Ну ладно, поехали, короче. Надо будет еще уплатить в банке обязательно. Оплатить его в банке и, блин, потом как-то продукты завести в бизнес и лицензию достать. Так, я думаю, мне права должны были выдать, скорее всего. Сейчас проверим. Сейчас проверим, кому выдать права. Так, выдайте, пожалуйста, права. И лицензию на бизнес. Ну реально, блин, я бы поставил бы в очереди, но просто, понимаете, там читер всем мешал, как бы. Так, выдал вам водительские права.
Так, давайте сейчас выберем какую-то машину бюджетную. Так, это нам не по карману. Цены, кстати, видите, подняли на машины, я заметил, потому что, по-моему, Maybach стоил 3 миллиона, сейчас стоит 6. Ну, нормально, что. Camry 800 тысяч стоит, так, 900 тысяч под Jerry. Но оно что-то надо такое дешевое, блин. Может даже больше Джигу взять. Либо Приорика взять. Да, либо Приору вообще взять можно, в принципе. Ну, видите, пришлось пожертвовать тем, что я купил бизнес. Как бы, ну, я думал, он будет нанести хотя бы прибыль какую-то. Не зря я его, думаю, купил. Так, 800 тысяч. Там, что-то в пределе 500 тысяч, это примерно вот так вот. Так, 2 миллиона, 4 миллиона, лям 300. О, 600 тысяч стоит, кстати, кабан. Кабан тоже хороший вариант. Наверное, мы кабаны купим, скорее всего. Хотя, блин, 600 тысяч. Ладно, давайте купим Приору на первое время. Не будем шиковать, короче. Кабан это хорошо, но дом тоже нам нужен, как бы. Поэтому сейчас покупаем Приорку. За 200 тысяч вроде бы она стоит. Да, вот. Так. Цвет. Не знаю, может белую сделать Приору. Не, лучше черная. Черная лучше смотрится. Или белую взять. Давайте белую купим, 200 тысяч она стоит. Короче, все, покупаем. Слот первый. Все, мы купили себе машинку за 200 тысяч. Приорку. Ну, блин, чтобы передвигаться хотя бы как-то, но потом... О, промокод 30 тысяч. А, 30 тысяч. Я думал, на 30 тысяч доната. Нихера себе кубу расхатал. Ну, ладно. Так, фикс-кар. Ага, ух ты, ёпты, какая крошка. Я угадал, блин, штампы черные, прям вообще четненько. Так. Заводимся, все, поехали. Приорка у нас теперь такая. Так, а донат у меня есть? О, есть 1000 донаты. Так, стопэ. Давайте, может, какие-то номера поставим. Так, создать семью, покупка. Покупка VIP номера. Так, давайте поставим. Мои любимые номера, наверное, поставим на приорик. Можете по хам 3-4 поставить, типа такой крутой. Хам. Не знаю, что хам 3-4. Ну давайте поставим хамы. Так, вы успешно приобрели номер. Все, хам 3-4, пацаны, поставил я. Не знаю, что-то я такой номер захотел поставить себе. Пусть такой номер и будет. Так, здесь, походу, тоже. А, нет, это какая-то организация. Все, поехали. Поставили на приорик. Хамы, получается. Давайте, может, тюнинг заедем, протюним ее. Хотя бы немножко. Сейчас мы уже хаманы там какие-то поставим. Давайте сейчас тюнинг реально мой заедем. И посмотрим. Так, QQ. QQ. Так, а по-моему там можно лицензии все купить. Так, покупка игровой перелегии. Купили билета, так, рулетка. Покупка игровой перелегии. Так, это что-то можно. Вот, привести все лицензии. Все, по идее у меня должна быть, да? Лицензия на бизнес. Нет, лицензия на бизнес не дается почему-то. Ну, вот это обидно на самом деле. Так. Давайте еще раз. Выдайте, пожалуйста, лицензию на бизнес. Так, красный горит, не будем нарушать. Конечно, долгенький видосик получится, ну ладно. Сейчас заедем в СТО. Короче, да. Что-то у меня номера пропали. Так, посигналим. Так, цвет, гидравлика, нитро поставим, по-любому, я думаю. Так. Давайте вот это поставим. Купить. Так, диски. Так, вот эти прикольные смотрятся. Так. Хаммана, я хочу глянуть, как смотрится. Самый прикольный вариант, это вот эти вторые. Покупаем их. Так, ремонт, винил. Ну, хрена винила нету на нее, да. Так, ремонт, улучшение двигателя. Ого, 7 миллионов, что-то дорого. Так, ладно. Гидравлику я, наверное, не буду ставить. Свет, давайте цвет и сделаем. Блин, а саму здесь свет нельзя, да, убирать? Это, конечно, печально. Ну ладно, сейчас какой-то свет найдем нормальный на нее. Чтобы прям четенькая приорка такая была на районе. Блин, не знаю даже, какой цвет выбрать. Ну, блин. У меня есть цвет, блин, жалко здесь один не записать. Если бы один писать, можно было бы удобнее. Так, это неплохой. Типа, Лада, седан, баклажан. Что-то в этом есть. Ладно, давайте так купим, все. Так, запрещено ПО. А, право эмиссирования.
Так, моего фейка забанили, я так понял. Ух ты, какая приорка, блин. Ай-яй-яй, соска просто. Так, теперь поехали, давайте купим дом. Ебать, она бодренькая такая, ё-моё. Реально бодрячком такая машинка, блин. Вот приора в кайф, пацаны. Берите приору, я советую, пацаны. Вот за 200 тысяч вот эта приора идеальная машина просто. Ёбаный в рот, что тут происходит? Так, давайте скриншот сделаем. Что происходит просто на открытии сервера? Реально, это пиздец. На пинбол, пацаны, приехали, я так понял. Видос, бро. Так, плюс. Так, давайте машину откроем. Все, поехали, короче. Искать себе дом. У меня что-то от номера не отображается. Ну ладно. Наверное, надо перезайти или что. Так, надо в банк заехать, оплатить за бизнес сразу. И поедем уже искать себе домик. Конечно, да, длинная серичка, пацаны, но я думаю, вам будет интересно глянуть, как, что и зачем. Не, ну приорка сосная, да, такая прям. Эх, лада седан, баклажан, там все дела. Просто соска. Ого, на оплату бизнеса, пацаны, нужно слить сколько денег? 870 тысяч. Так, мои счета. Так, давайте... блин, что-то я даже не знаю, что делать, что так дорого, так оплачивать бизнес. Так, мои счета открыть. Оплатить бизнес. Ну, давайте хотя бы на еще 4 дня. 30 тысяч оплаты ежедневно, ё-моё. Что-то дороговато, блин. Так, я на 4 дня хотя бы оплачу его. И мы пойдем уже дальше за домиком. Блин, я надеюсь, за 600 тысяч там какой-то домик дешманский смогу купить. Ну, посмотрим сейчас, короче. Так, еще надо себе прикид четкий купить. Вот что мы забыли. Так, лучшим двигатель. Все, идем покупать себе скинчанский. Так, машина закрыта моя, поэтому никто ее не свистнет. Магазин одежды, кстати, тоже уже купили. Нормально что-то. Сколько там вход стоил? 5 тысяч? Так, тоже сейчас скин какой-то просеки возьмем. Даже не знаю. Какой-то бы скинец. Сколько он стоит? 9 тысяч. Кстати, я тогда скином что-то перепутал, не знаю почему. О, мой скин здесь есть. 25 тысяч стоит мой скин. Давайте его и возьмем, почему бы нет. В принципе, какой я тогда и покупал. Мне этот скин нравится, тем более на приоре будем сейчас такие блатные. Все, теперь точно едем за домом. И все будет заебись. Так, промокод на... Так. 150 тысяч, наверное. Я так понимаю. Так, все, поехали за домом. Так, вот здесь дома есть. Давайте посмотрим, почем они вообще там. Че почем вообще там. Я бы себе какой-то дом приобрел бы. Так, сколько он стоит? Можно посмотреть. Так, 500 тысяч, низкий класс. Блин, дороговато для меня. Давайте я еще где-то гляну тут. Там вот этот домик. Тут может есть подешевле. И хотя у меня останется 130 тысяч еще. Как бы, да. О, вот, 280... А, нет, 500 тысяч также. А что такая оплата дорогая за дома? Что-то я не понял. Что реально сильно дорого оплата за дома идет. 28 тысяч в день. Не такое. 500 тысяч, низкий класс тоже. Чё за прикол? Чё так дорого? Давайте, наверное, этот домик купим, самый крайний здесь. Хотя, давайте я ещё проеду, взгляну, может, какой-то другой дом есть. Ну реально, чё так дорого, блин, оплата идет. За бизнес вы в день 30 тысяч платите. Ну, чё-то многовато, блин. Как по мне. Так, ну ладно, сейчас. Да не флужу я, все, поехали. Да, конечно, цены такие себе, нормальные. Чё он хочет? Так, неужели он хочет меня машину пиздануть? А не. Так, все, поехали, короче. Не знаю, что нам еще можно какой-то дом купить. Ну, видите, они все такие однотипные дома. Поэтому... Вот этот мне нравится, в принципе, давайте его и купим. Вот этот мне что-то прям понравился. Так, сколько он стоит у нас? 800 тысяч, блин.
Ну, не зря он дороже стоит, конечно. Так, ГИБДД пойдешь, а ты что, девятка? Это девятка лидер? Блин, ну я хотел тут дом купить, он такой пиздатый за 800 тысяч. Хотя стоп, у меня же донат есть, ТП. Так, донат, получение игровой валюты. У меня еще, по-моему, донаты сколько есть? Давайте 100 переведем. Вот, это 400 тысяч. Так, формация, еще 350 доната есть. Так, давайте купим этот дом, потому что я хочу себе этот дом, он прикольный такой. Он реально такой прикольненький, все, возвращаемся к нему, я его покупаю. И все у нас будет заебись. Так, средний класс, угу. Ну, берем что. Так, давайте зайдем в него, посмотрим, что-то может интересного, новый интерьер какой-то. 800 тысяч сняло с меня, окей. Так, ну интерьер, в принципе, как и был, вроде бы как. Так, погнали в банк, теперь оплатим. Так. Х-меню. Улучшение дома. 25 тысяч, да. Покупаем, все, шабаль там выходить из дома. Все, заебись, сейчас приорку еще припаркуем и... Все. Все, паркуем приору, нам чувак, конечно, мешает немножко, ну ладно. Вот здесь прям приору припаркуем. Пишем парк. Все, поехали. Что с собой? Что он с собой, я так и не понял. Ладно, поехали, все. В банк я плачу дом, и на этом уже будем заканчивать. Так, все, мне выдали лицензию на бизнес. Все, теперь отлично. Все, я теперь не переживаю. Так, все, едем в банк, оплачиваем дом, и будем уже заканчивать серичку. Так, упоминание родных. Правильно, 30 дней надо таких банить, кто на родителей плохо говорить. Таких я бы вообще навсегда банил, на самом деле. По IP просто. Таких долбоебов. Извиняюсь за мат, но оно так и есть. Я не вижу просто людей, какие оскорбляют родителей. Так, оплатить. Оплатить дом. Давайте оплатим на... На 9 дней попробуем оплатить. Все. О, кстати, вот дом нормально оплачивается, так. Давайте теперь попробуем бизнес так само оплатить. Давайте еще на 5 дней пробуем. Все, оплатил, короче. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите на сервер Райти, IP, группа, модпак, все есть в описании. И, короче, всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.